Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой. Ключевой темой беседы стало создание благоприятной среды в образовательных организациях. Столько совещаний проходит по вопросам качества образования, по вопросам подготовки к ЕГЭ, по вопросам организации самой процедуры контроля знаний и контроля именно процесса обучения и знаний, которые даются ребенку. Но вопрос по организации среды комфортной всегда остается в тени, всегда остается вторым, третьим, пятнадцатым. Во время своего выступления омбудсмен подчеркнула, что следует предельно внимательно относиться к теме детской безопасности. Зачастую бывает так, что взрослые могут просто не видеть и не замечать тех проблем, которые уже есть в образовательных организациях. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, одной из задач мы бы поставили сегодня, в том числе вместе искать эти критерии и описать, какая она новая школа сегодняшняя, с комфортным климатом, принимающая школа, та, в которую ребенок всегда хочет возвращаться и хочет идти. Также речь зашла о мерах поддержки для детей-сирот. В Приморье сейчас насчитывается около 7 тысяч представителей этой льготной категории. В этом году объем предоставляемого жилья увеличили в 4 раза. У нас тоже есть те практики, которых нет в других субъектах и по многодетным семьям, вот, то есть по социализации. Поэтому я думаю, что это будет такой хороший подход, который даст и новое направление, и новое развитие социализации детей, устранение всех тех рисков, которые возникают в воспитании, в образовании. Еще один вопрос, который стороны подняли во время рабочей встречи, касался обеспечения безопасности школьников во время летней оздоровительной кампании, когда многие ребята отдыхают в детских лагерях, расположенных в том числе за городом и у моря. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.